Всем привет, дорогие друзья, с вами Дреди, и добро пожаловать в игрушку от Омега. Ну что ж, давайте приступим. Мы играем вот за такую сферу пока что. Пока что мы сфера, пока не налутались. Давайте налутаемся. Мы собираем кубики, превращаемся в кубики и начинаем есть кубики. Чем больше кубиков, тем мы сильнее. Мы пока что всего лишь один сплошной куб. Так, что нам выпало? А, магнит. Нам выпал магнит довольно-таки неплохо. Можно будет его активировать. Активируем и все кубики собираем. Так, все, убрали магнит. Все, отключили. А, нет, я не отключил магнит, оказывается. Ну ладно. Так, мы уже какой-то зверек, какая-то мышка. Потом будем каким-то динозавром. В общем, смысл в том, что нужно набрать как можно больше массы. Поэтому нам нужно лутаться кубиками. Ух ты, я, кажется, его согрел. Вы видели, какой он здоровый? Все, пора сматываться. Пора реально сматываться. Так, я потерял массу, но зато я живой, я выжил. Лучше потерять часть массу, чем нежели тебя совсем убьют. Так, ладно, давайте посмотрим рейтинг. А вес-то какой-то. А, нифига себе, у него 29 левел. Нет, то всего лишь пока что первый. И 4000 у него массы. Да он таки сильный. У нас пока что трое человек играют. О нет, 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 нет. Я не хочу умирать. О, я просто упал, вы видели? Зверька, за зверька, которого я играл. Когда я падал, его показали целиком. Так, ладно. Пока я сфера, я... Меня вообще убить нельзя, ну я атаковать тоже не могу. Так, вот он, я Омега. Бонус, бонус, бонус. О, нам дали рост. Отлично, мы сейчас быстро вырастим. Я в два раза быстрее расту. Так, неплохо, я уже динозаврик. Я уже небольшой динозаврик. Так, уходим отсюда. Так, я отключил. Эй, я не хотел его отключать. Справа написано, а сейчас какой у меня рост от динозавра. Я думал, если я отключу, могу потом включить. Толчок. Нажать, чтобы активировать толчок. Пока что не будем. Так, собираем сферы. Ух ты, нифига себе, какой. Вау, вы видите? Это жестоко. Так, нам надо вырасти, нам надо до робота вырасти. Собираем ништяки. Я становлюсь больше и более заметный. Нажмите, чтобы активировать захват. Попробуем, нам надо найти, на ком использовать захват. Я на третьем месте, 1111. Так, отлично, мы его убили. Так, я же нажал, чтобы активировать. Он собирается. Вы видели? А сферу я саму не вижу. Так, я знакомый вместе. А, почти на третьем. Вот, топер, три топера. Ладно, игрушка довольно-таки интересная, ребят. Надеюсь, ты поддержишь мне пальцем вверх. Также подпишешься на мой канал, если не подписан. Мне будет очень приятно, и я буду чаще снимать интересные видео, да. Можешь написать, какие игрушки ты хочешь видеть на моем канале. Если это актуальная игрушка, то я ее обязательно сниму. Кстати, если я не смогу зайти сюда, потому что слишком большой. Окей, ладно. А зачем вообще активировать захват? Что это дает? Я пока что не... О, я с этой могу за ту сторону пройти. Подожди, я вырос. А как я выберусь? А, выбраться-то я выбрался. Отлично. Я робот, гигантский робот. Так, смогу ли я его убить? Ну-ка. Он куда-то сматывается. Он лечится. Он пытается лечиться. Блин, у меня сейчас захват закончится. Вау, отлично, ребят, мы его победили. Мы на втором месте, давайте заберем его сферу.
отлично. Скоро я буду... О, смотрите на тень мою. Нифига себе. Нифига себе, робот. Ну, на первом месте, смотрите, 16 тысяч у него массы. Блин, лишь бы ему не попасться на глаза. Потому что если мы попадем ему на глаза, мне хана. О, рост. Отлично. Что он пытается сделать? Малявка. Еще что-то мне пытается как-то сделать, навредить. Ты издеваешься, маленький? Лучше ко мне не попадайся. Так, мне по сути осталось совсем немножко, я буду гипергигант. Чуть-чуть налутаться. Совсем чуть-чуть. Так, лишь бы мне тот громила не заметил. Где, кстати, он? У него 16 тысяч. Если он меня спалит, то все, мне хана. Вон, давайте возьмем вот эту. Так что... О, восстановление. Восстановление мне пригодится. Я сейчас стану гигантом и попробую... Попробую захватить лидерство. Немножко осталось. Вон, я вижу там... Тут опасно, конечно. Нифига себе я. Очуметь. Главное не упасть. Я супер мощный. Я не на первом месте, но я мощный. Кто пытается там что-то сделать? Ух ты, нифига себе. Я думаю, ему хана. Ну что ты сделаешь? Он просто упал. Они пытаются меня убить. Это временно. Че, меня убили, что ли? Достигнута стадия Омега. Нифига себе. Так, а что это значит? Я опять начинаю с самого маленького. Но у меня 8000 уже есть. То есть я стал Омегой, и у меня 8000 очков. Я был Омегой. Круто. Ребят, пожалуйста, а кто хорошо игру знает, пожалуйста, напишите под комментариями, что вообще это значит. То, что я стал Омегой, у меня очки мои сохранились. В общем, я был бы вам признателен, если бы вы мне немножко вкратце объяснили саму суть игры под комментариями. Я подставлю лайк, и в комментарии будет в топе, если вы хорошо опишите все. Я вам буду очень признателен. Ух ты, нифига себе, кто там? Меня сожгли, что ли? Что это такое? А, новый левел. Ваше место второе. А, все, я понял. То есть закончено испытание. У меня второе место. Коллекционер. Ну-ка посмотрим. Цвет. Можно изменить цвет. Цвет, либо текстуру. Давайте текстуру попробуем. Применить. Цвет тоже применим. Прикольно. А, храм. В эту карту, по-моему, я не играл в храм. Давайте поиграем в храм, почему бы нет. Так, ждем. О, вот такой вот храм. Офигительно. Что тут нужно делать? Наверх, что ли, надо ползти? Это как Майнкрафт прям. Ну, выглядит круто. Синхронизация игроков. Нам пока что показывают. Так, все. Вот он, я, Омега. Статистика пока 0. 0, у меня второй левел. Отлично. Пока что тут ничего нет, так. А мы просто ништяк бонус взяли. Рывок. У меня будет теперь рывок. Отлично. Отличненько. Ух ты, нет. Возьмем рывок. И быстро-быстро удираем. Меня что, заметили, что ли? Хорошо, кью. Ух ты же, елки-палки.
Мне сразу спалили. Смысл в том, что как можно больше налутаться здесь нужно. Так. Я хочу быть на первом месте. Сколько дается времени? О, отличные кубики. Да блин, я же хотел прыгнуть. Вот, отлично. Так, надеюсь, там нету гигантов каких-нибудь. Сейчас с ними не справлюсь. Я не могу сюда зайти. А где тут были кубики? Ух ты ж, ё-моё. Лучше бы я телепортировался. Только один раз я можно было прыгнуть. Окей. Смысл в том, то, чтобы занять первое место. Чтобы занять первое место, нужно быть большим. Так, что мне упадет? Перенос, у меня есть перенос. Так, еще используем перенос, но пока не... Ух ты, нифига себе, большой кубик. Так, я телепортировался. О, урон, мне дали большой урон. Только чтобы его использовать, желательно немножко подлутаться. Отлично. Да, елки-палки. Хотел, блин, убить его. Ну, тут-то было, не получилось. Я опять омега. Да, тут что-то как-то сложно. О, я знаю, куда я его подал. Вот сюда. Отлично, тут много кубиков. Блин. Да что ты будешь делать? Тут нам не дают проспаться. Да, это сложно. Меня могут спалить и все, и мне хана. Вау, валим, валим, валим. А, сейчас на ранней стадии лучше убегать от всех. Нафиг надо. Так, активировать щит можно. Окей. Просто давайте пробежимся. Так, надеюсь, мне... Ух ты, нифига себе. О, нет. Жестоко. Вы сейчас, возможно, убьют. Пускай они там воюют друг с другом. Я хочу поближе к нему подойти, потому что когда он умрет, я хочу у него кубики забрать. Так, давай, 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 давай. О, отлично. Я что, все кубики, что ли, забрал? Я думал, я их заберу. Схитрю, так сказать. Думал, я победю. Нет. Опять заново. Да, тут какие-то сложные ребята попались. Ну, все... Ого-го. Вот он меня заметил. Сматываемся. Блин, я вам скажу, ребят, это непросто. Если вам попадут топовые игроки, вам придется тяжко. Так, большой кубик. Валим, 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 валим. Так, осторожненько. Вон там шарится. Ну так прикольно побегать. Так, что мне дадут? Ультра какая-то. Что за ультра? Попробуем, что ли?
Нет, не стоит использовать ультра. Если ты слабенький еще. Нужно стать хотя бы роботом. Минимум. Так, прыгаем. Так, валим оттуда, там что-то опасно. Так, я за дракошу играю. Окей, ну-ка, давайте пробежимся. Так, будет перенос у нас, если что. Перенос это очень даже хорошо. Мало ли, мы упадемся в неприятности какие-нибудь. Так, немножко осталось, давай. Давай, ты сможешь. Где хавка-то? Отлично. Чуть-чуть. Еще один. Один зубочек. Вот он, вот он, вот он. Ух ты ж, блин. Так, мне принесли. Так, я играю за Громилу. Нужно быть аккуратным. Очень аккуратным. Толчок есть какой-то. Фига себе, что с ним случилось? Валим, 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 валим. Это опасно. Это ко мне придет? Нет, надо было улетать. Опять маленькая Омега. Я вообще на четвертом месте. Что-то не получается тут у меня развиться. Так, осторожно. Кто там? Нифига себе. Здоровый монстр, он даже на меня внимания не обращает. Давайте просто понаблюдаем. Может, его убьют, и я заберу всю массу его. Ух ты, два сильных борются. Очуметь. Офигеть. Жесть, жесть ты какая. А что-нибудь мне достанется, если они умрут? Нифига себе, просто два топовых гиганта. Я должен на это посмотреть. Так, все, он скоро испарится. Скоро исчезнет. Вот. Че, мне ничего, никаких ништяков мне не достанется. Опять один квадратик. Один сплошной квадратик. Ну, до самого начала лутаться. Потом будет сложно выжить. Ух ты, нифига себе, я вижу, там кто-то рассыпался. Успею, нет, интересно. Какая-то ультра. Так, не знаю, стоит или нет использовать ультра. Эй, я не могу сюда зайти. Это плохо. А, все, все, конец. А, мое место четвертое. Окей. В принципе, нормально. Четвертое место из четверых. А, мастер звания. Ну, мне ничего не дали, никаких ништяков. Вот, смотрите, нет, третий левел у меня. Новый рейтинг, уровень 3. И что-нибудь новое дали? Пока что ничего нового не дали. Ну, ребятки, увидимся в следующей серии. С вами был Дарья. Всем пока-пока.